Мне порадует моя деятельность, приезжаю довольно много скитаться, и в основном по морям и океанам, и поэтому на Новый год меня заносило достаточно далеко отсюда, но несколько новогодних, так сказать, вот ночей я вспомнил, все они, значит, как бы, поскольку это было на корабле, имели общую черту в том, что нельзя было пить ничего, потому что, как правило, был на борту военного судна. Но как такое ухитрялись? Реально, вот 63-й год новый, например, достал где-то спирту, который, если его быстро разводить, пахнет резиной, что очень противно. Развели его в химические колбы, и где-то далеко-далеко от начальства, в каком-то очкурье в Твиндеке, значит, собрались там 2-3 офицера, быстренько выпили и разбежались по боевым постам. Я говорю, а поговорить? Зачем тогда пили? И вот я помню, что третий тост пили за тех, кто на земле, потому что обычно на земле в это время пьют за тех, кто в море. Я-то был молодой и глупый, и не знал, что пить за тех, кто на земле обязательно, чтобы ничего не случилось. Бушует ливень проливной, шумит волна во мгле. Давайте выпьем в эту ночь за тех, кто на земле. Дымится разведенный спирт в химическом секрете. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Дымится разведенный спирт в химическом секрете. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. За тех, кому стучит в окно серебряный восход. За тех, кто нас давным-давно, наверное, не ждет. И пусть начальство не скрипит, что мы на веселе, мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Пускай начальство не скрипит, что мы на веселе, мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Чтоб был веселым их досуг, горят водных ям, чтоб никогда не знак разбукать завтрашним мужьям. Не место для земных обид у нас на корабле. Мы будем пить за тех, кто спит сегодня на земле. Не место для земных обид у нас на корабле. Мы будем пить за тех, кто